Всех приветствую на канале Блокчейн. Сегодня у меня обзор ICO проекта Vidi. Давайте его разберем. Во все времена рекламная индустрия была центром оборота большого количества денежных средств. Кроме того, именно благодаря рекламе скорость внедрения различных самых передовых технологий так высока. Данная сфера нуждается в новых технологиях, поэтому была создана блокчейн-платформа Vidi. Vidi позволяет размещать небольшие рекламные ролики за текстом веб-страницы. Конечно, степень навязчивости данного метода рекламы на первый взгляд более чем велика, но все будет зависеть и от реализации данного метода и внедрения конкретных рекламных предложений. Сегодня нас интересует то, что аналогов Vidi пока не существует, и проведенные исследования показали заинтересованность в нем рекламодателей. Vidi функционирует на блокчейне Эфириума, что позволяет его пользователям получать прозрачную статистику и надежную систему. Внутренней валютой платформы является Vidi Coin. Все расчеты внутри системы будут осуществляться в данных токенах. Время, потраченное на просмотр рекламных видеороликов, будет компенсироваться в Vidi Coin, то есть пользователи, просматривая рекламу, зарабатывают токены, которые в дальнейшем могут продать на бирже или приобрести некий продукт. Идея очень интересная, проект, воплощающий в себе инновационные рекламные инструменты, реализованные с помощью блокчейн и интегрированные с криптовалютными инструментами, стоит внимания. Остается лишь вопрос в его грамотной реализации и стратегии продвижения. Команда Vidi начала свою идею еще из стен Гарвардского университета. В настоящее время решается вопрос о начале стартапа на территории США. Там есть ряд ограничений для резидентов данной страны. До конца 2018 года будет сформирован список рекламодателей, которые заинтересованы в работе экосистемы Vidi. В 2019 году будет запущена первая версия индекс-платформы NLP. Во втором квартале 2019 года ожидается охват аудитории до 10 миллионов страниц для размещения рекламных блоков. На мой взгляд, у проекта действительно большие возможности стать успешным, так как платформа является пока что единственной на рынке с такими предложениями. А на этом я заканчиваю обзор ICO проекта Vidi. Для получения дополнительной информации переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь, всем пока!